Православный мир сегодня празднует крещение. Краснодарцы, поддерживающие традицию крещенских купаний, уже с полуночи потянулись к водоемам. Верующих не останавливало даже штормовое предупреждение. Ночью ветер разгулялся до 18 метров в секунду. В городских водоемах к Иорданям не подпускала полиция, а в станице Елизаветинская ночные заплывы были. В купели, которая оборудована во дворе Свято-Покровского храма. Считается, что в полночь на крещение вода обретает целебную силу. Наш корреспондент Яна Бузычкина с подробностями. Очередь, чтобы искупаться ночью в ледяной воде. Предложи иностранцу, покрутит пальцем у виска. Загадочная русская душа. Священнослужители каждый год напоминают, купание не обязательно. И вопреки народным поверьям, не смывает грехи. Но традиция в народе жива. С верой и молитвой, отстояв всеночную службу, народ достает заготовленные банные халаты. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. С крепкой верой. Без сомнений, не для галочки, не формально или за компанию, а искренне от сердца прийти опять же на молитву, на великое освящение, которое было сегодня у нас совершено, и погрузиться с верой в эту иорданскую воду, с чувством, что Господь подарит полное выздоровление и исцеление для души и тела. Для пользы души и тела ночью окунуться можно было только в пригороде. В Краснодаре разгулялся ветер, порывы достигали 18 метров в секунду. Из-за этого православных к Иорданям не подпускала полиция. В Елизаветинской было потише, обряд омовения многие прошли впервые, говорят, душа потянула. Не кричающий тебе, Господи. Душевный так вот порыв был приехать, и вот с друзьями собрались, приехали и очень рады этому. Купальщики уверяют, не знают потом целый год простуд и болезней. Погодные условия немножко подкачали, конечно, обычно на крещение, как правило, должны быть крещенские морозы. Ну, ничего страшного, тоже неплохо. В принципе-то и не холодно. Но сейчас чувствую, начинаю потихонечку замерзать. Окунались в купели днем. В Краснодаре было оборудовано 6 Иорданий. Большинство из них рядом с храмами. К примеру, возле храма Рождества Христова купания на реке Кубань продлились до 17 часов. А вот освещать воду сегодня будут целый день. И свои целебные свойства она будет сохранять целый год. Яна Бузычкина, Антон Чернышов, Мария Боровик. Телекомпания «Краснодар».